11 мая в концертном зале «Уникса» прошел гала-концерт студенческой весны Республики Татарстан-2018. Этот фестиваль стал символом объединения талантливых студентов. С каждым годом студенческая весна набирает все большую популярность и собирает у себя гостей со всей республики. У нас была Казанская студвесна, это программа вузов, это Альметьевская зона, где все ближайшие города к Альметьевску съезжались для отборочных этапов в республиканскую весну. И Закамская зона в Челнах, Нижнекамск и Лабуга тоже собирались для того, чтобы лучшие номера посмотреть и лучших из лучших отправить уже в Казань. Фестиваль открыли яркой хореографической постановкой, которая рассказывает нам о неком народе – кульбарце, о их укладе жизни, трудностях, а также о смелом кульбарце Тумульвале, который благодаря своей храбрости смог спасти свой народ. Республика Татарстан решила чем-то зацепить, поэтому придумали собственную историю про собственный народ. Поэтому, наверное, мы надеемся, что у нас получилось довольно-таки классно и круто, и что на России нас оценят. Именно с этой масштабной постановкой более 100 делегатов Татарстана поедут на российскую студенческую весну, которая проходит в Ставрополе с 14 по 20 мая. Во второй части концерта зрители увидели лучшие номера вузов республики. Из 12 концертных номеров 9 были от Казанского федерального. Это очень волнительно. Постоянно мы очень долго готовились к этому, шли. И надеюсь, мы займем хорошие места. По итогам вечера КФУ взял гран-при в музыкальном, танцевальном и интеллектуальном направлениях. В номинации «Общая программа вузов» университет стал лауреатом первой степени. Интригой и кульминацией вечера стало награждение гран-при вуза в направлении «Общий зачет». Победителем в очередной раз стал Казанский федеральный университет. И в этом году обладателем гран-при в общем зачете становится Казанский Приволжский федеральный университет! Второй год подряд, если я не ошибаюсь, гран-при в общем зачете КФУ! Наш телеканал «Универ ТВ» вел прямую трансляцию студенческой весны Республики Татарстан. Запись эфира вы можете посмотреть в наших социальных сетях. Лилия Аскарова, Владимир Нелюбин, «Универ Ньюс».